Всем привет, чувачки, с вами Мелскел, и со мной сегодня Полина. Всем привет. И сегодня мы с Полиной играем в новый режим Among Us. Но... Он без модов, он называется школа. Учитель у нас предатель. Ну, понятное дело, предатель. А ученики — члены экипажа. Они должны скрываться от предателя, от учительницы. И мы должны выполнять задания, а учительница должна будет убивать учеников, если они будут находиться не в классе, то есть в коридоре. В коридоре учительница может убивать, а во всех других комнатах нет. Поэтому это будет очень интересно сейчас. Очень страшно. Сейчас будем пробовать. Теперь я скидываю подписчикам в телеграм-канал, ссылка на который есть в описании. Я там, кстати, опубликовал правила для этой игры. И ребята уже могут сейчас играть, поэтому подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видосы по Among Us. И подписывайтесь на телеграм-канал. Там я объявляю о съемках и новых режимах. Так, уже все заходят. Все, вроде бы все зашли. Так, тут есть кто-то. Училка Лина. Я хотел найти учителя какого-то. В принципе, я думаю, все знают правила, поэтому я предлагаю стартовать. Так, я член экипажа. Я тоже. У меня такой подходящий костюм, я такой, знаешь, типичный школьник. Да, ты реально школьник. Так, а кто у нас? Да ладно, училка Лина оказалась учителем. Да как так? Убегаем. Короче, самая главная задача, как я говорил, просто нам выполнять задание и не попадаться учителю в коридоре. Что он не знал, что мы прогуливаем его уроки. В принципе, она там где-то. Я в электричество бегу. О, она туда пробежала в хранилище. О, возле меня бежит. Да-да-да. Убила зеленого! Негодный ученик. Боже, вот это сейчас, конечно, флешбеки прям афганской войны. Ненавижу школу. Фух, как страшно по коридорам бегать вообще. Так, а ты сейчас где? В щитах. Сейчас я пойду в управление. Что-то мне очень страшно. Слушай, мне нужно к тебе сейчас идти. Так, ты не видела ее нигде? Блин, в управлении, там в коридоре этот. Ты только что голубого убила. Прям при мне, капец. Она всех в одном месте убила только что. Жесть. Училка, конечно, адовая у нас. Агрессивная, капец. Так, я надеюсь, меня сейчас не убьют нигде, я в коридоре нахожусь. Или это не коридор, это оружейная. Все, я в столовке. А, или в столовке тоже можно убивать. Я не помню и надеюсь, нельзя. Фух. Она там вверху, если что, возле оружейной. Очень страшно. Ну я в электрику иду. Очень страшно. Ой, нет, а как она? Она через люки бегает. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Она там рядом стоит с нами в управлении. Блин, она там стоит. Я вижу ее, как из чата там трындишь. Она прям в щелочке встала, такая типа, меня здесь нет. Ага, да. Я так, боюсь, вроде... я боюсь бегать по коридорам. Фух. Так, я сейчас на складе нахожусь. Мне в охрану надо. Она к тебе побежала. Прям в коридоре задание, блин. Блин, мне не нравится вот это вот обновление Among Us, что провода соединяются даже с неправильными. Уйди отсюда, уйди. О, нет, не смей меня трогать, не смей! А где она, где она, где убежала она? На камерах. О. В охране. Привет. Она прям тут стояла, вот тут, а я там стою. Она такая... Она до сих пор там может стоять. Она такая крыса, ты бы знала. Слушай, мне нужно сделать задание. А, фу, другой зеленый прибежал. Мне нужно сделать задание, и мне страшно. Посмотри, пожалуйста, постой на шухере. Так, я на камерах встану. Где она? Она, короче, бежит вниз. Фух, в электричество, чё? В электричество бежит, поэтому можно убегать. Я сделала. Я через верх. Ой-ой-ой, у меня тут задание. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Она сейчас к нам бежит, 100% к нам. Так 100%. Это не коридор. Нет, ты понимаешь, что она идет к нам, а дальше она нас припасет и убьет. Не-не-не, все нормально было. Прибежала прямо возле меня, тут бегает. Внизу. Да? Да. Ой-ей. Ай-я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 й! Убила? Убила в коридоре! Да, блин! Прям чуть-чуть не хватило, писечку такой. Я считаю, я тупой. Фух, мне чуть-чуть осталось совсем заданий. Давай, мы выиграем заданиями. Чуть-чуть осталось. Я знаю, 100% мы выиграем. Всего лишь два кирпичика. Слушай, и мы выиграем. Где она? Ой-ой-ой, я не знаю. Я действительно не знаю. А, она вот, короче, над медом бежит в реактор. Фух. Она сейчас никто убьет. Нет, никто в медпункт забежал. Все, я все сделала. Кстати, можно притворяться то, что ты выполняешь задание, забегая в другие комнаты, если ты где-то в коридоре. Я отличник. Так, ой, она рядом с тобой. Приветики, чмок-чмок. Мог. Лариса Петровна, привет! А пятерку поставишь? Так скучала. Так, ну я не знаю, мне, наверное, нужно бежать наверх и в столовую. Но мне страшно. Большой, я... Блин, я не успела! Я видел, я не хотел тебе говорить, ты прям шла туда, я такая хотела посмотреть, как тебя убьют. Навстречу к монстру шла. Выполни задание, у тебя чуть-чуть осталось еще у кого-то. Я все сделала уже, я же тебе сказала. А, там осталось пол кирпича, и мы выиграем. Ой, чуть-чуть осталось. Пол кирпича я наложила себе в штаны, Антон, когда бежала в коридор. Ой, свет выключили, лаборатория выключилась. А, все, я вижу, никто остался, и лаборатория. Слушай, а тебе тут труп такой розовый в столовой, он...
он тут промазал, училка промазала. На столовую убила. Не-не, у тебя просто, знаешь, пинг. Не, это розовый валяется в столовой, да. Я не знаю, возможно, у нее пинг, и она как бы убила там, где красный находится, но на самом деле розовый тут умер. И черный тут, знаешь, такой на половинке лежит, на пороге прям. Ну, блин, пинг, что поделать? Ну, как бы не по правилам. Ну, не знаю, нормально вроде бы все. Я тут тоже как бы на порожке такой улегся. А кто живой-то, я вообще никого не вижу. Да ладно, училка победила. Гребаная школа, бесит просто. Сейчас мы будем играть на мирочки, там по идее посложнее, потому что коридоров намного больше, там прям реально будет жестко. Не, ну это жесть просто. Куда еще сложнее, мы проиграли вообще. Я не представляю, как мы сейчас будем выигрывать, но наша задача выиграть. Ученики должны одержать победу. Я думала, это будет гораздо проще, потому что коридоры маленькие, и мы сможем бегать. В итоге всех убили, и все, мы проиграли. За всех учеников! Здравствуйте! Здравствуйте! Я скидываю подписчикам в телеграм-канал. Сейчас они тоже все зайдут. Если я буду училкой, мне нужно переодеться тогда. Так, а ты давай ты переоденешься, а я наоборот тебе кепку нацеплю. Давай. Я буду чур-химичкой. Вот такой. Толстой? Да. Вот такой химичкой буду. Знаешь, это из Гарри Поттера. Да. О, тебе очень идет, очень хорошо. Спасибо. Очень классно. Нахимичила, так сказать. Сейчас проверим теорию. Полина должна стать сразу же просто учителем, предателем. Да, автоматически я должна стать. А я учеником. Так, я член экипажа. Я член экипажа. Да, блин. Не повезло. Так, кто у нас предатель? Кто сейчас пойдет в люк прыгать? Красный, черный, красный, синий. А кто, извините? Предатель, может, в люк прыгнет? Ну, как бы... Зеленый! Крыса лаймовая! Побежали! Это тоже коридор, да? Все коридор. Это все коридор, ты понимаешь? Блин! Мирочки, мне кажется, самый сложный. Хотя... Ой, так, мне нужно выполнять задание. А где? А что я сюда бегу? Там мне сюда не надо. Какой он цвет там еще раз? Скажи. Зеленый, лаймовый. Да, лайм. Я побежала туда, куда мне не надо. Блин, мне нужно возвращаться. А ты прикинь, он еще по всем люкам может прыгать. Мы проиграем. А, лайм пришел. Тут самый длинный коридор, ты понимаешь? Он сверху, там, где вот эта вот самая большая елда. Да, блин. Он, короче, туда пришел. Так, тут вроде бы никого нет. Мне задание через управление. Вот, здравствуйте. Блин, у меня прям в коридоре. Он убил, притом не в коридоре убил. Да? Ля ты крыса. А зачем? Это ты, да? Нет, не я. А чё ты убил не в коридоре? Убивай только в коридоре. На глазах убил не в коридоре. В коридоре. У меня не в коридоре. Но училка Настюшка. Настюшка. Любая Настюшка училка. Мил, сочувствую, но два. Мне двойку поставили. Кстати, ставьте обязательно лайки. Двойку. Ставьте обязательно лайки, потому что чем больше лайков, тем быстрее выйдет новый режим. Он тоже будет без модов. Так что 100 тысяч лайков и выйдет новый видос. Так, принято решение пропустить голосование. Нужно было училку выкинуть, да и все. Блин, в окно. Слушай, когда новая карта будет? Мне кажется, вообще обещали в начале января, но при этом, ну там, короче, типа в начале 2021. Но не уточнили, какой, типа, что именно имеется в виду начало 2021. По идее, должно быть в первом квартале, а это первые 3 месяца, Настюшка, иди в жопу! Ай-яй-яй-яй! Настюшка пришла, посмотрела на меня и ушла. Так, она, короче, в центре находится, там, где перекресток. Меня должны были убить, но не убили меня, убили другого человека. У тебя тоже инсульт жопы произошел, да? Да! И не только жопы. Труп красного вижу. Так, я сейчас иду в раздевалку. Я в раздевалке. Короче, у меня в реакторе очень много заданий, я, если что, в реакторе пошел. Хорошо, я тут в управлении стою, мне нужно взять в коридоре. Ой, так. Красный такой, мертвый. Тут никого нет вроде сейчас бы. Сейчас меня убьют. Провода, сейчас меня убьют. Меня не убили. А подожди, раздевалка, это же тоже коридор или нет? Нет, раздевалка, все, что обозначено на карте, как... Ой. Единственное, меня смущает то, что нас все могут убить сейчас. Всех просто... Ой. Я зашел на всякий случай куда-то в комнату, чтобы мне в темноте не шмыхнули. Так. У меня последнее задание. Пробежала мимо просто меня. А ты где? Где он? В коридоре внизу, вот в центральный коридор, ниже теплицы. Я сейчас стою в коридоре, у меня опять провода в коридоре. Да за что мне это? Я увидел 2 трупа, там черного и розового жмыхнули. У меня последнее задание, да? У меня стартовая площадка, нужно вернуться обратно. Я не хочу. Давай я тебя провожу. Я иду с тобой. Да. Не-не, я иду с тобой.
Все, я не иду с тобой, я не иду с тобой. Поздно, меня убили прямо на последнем задании. Короче, выполняй задание, от тебя сейчас зависит полностью. Да, все, я уже сделала, все, последнее задание было. Ты все сделал уже? Да, я все выполнил, я буду стоять на месте. Блин, вот это кирпичи, конечно, пол кирпича наложила. Потому что задание нужно выполнять. Так я сделала, все, что ты на меня гонишь, я не поняла. Выполни задание, я слышу, ты клацаешь. Я все сделала. Выполняй. Тут еще черный, оранжевый, темно-зеленый в живых. В живых. Так, остальных уже все. Ох, уже эта школа, никого не сидит. А-а-а, оранжевого убил! Ля ты, крыса лаевая. Короче, она меня не может убить. И фиолетовый еще живой. Да-да-да, но, блин, они выполняют задание, поэтому я надеюсь, что мы все выполним. Я как минимум все выполнил. Мы победим эту училку, мы победим! Последнее задание, она вообще на месте стоит. Ну-ка, так. На, это школу! Выпускной прошел удачно! Давай, короче, поиграем на полюсе. Мне интересно, каково это на полюсе. Прикинь, там все улица. Там прям все коридор. Сейчас будет жестко, сейчас будет очень жестко. Слушай, это странно, то, что мы на Скелде умерли, потому что, ну, там были коридоры маленькие, а здесь нет. Хотя здесь все коридор. Тут, в принципе, просто предатель плохо играл, потому что... Ну да, да. Да, ты заметила тоже то, что как бы можно было получше всех убивать. Ну да, я раз так два пробежала мимо нее. Вот-вот, а на прошлой карте нас всех убивали, а сейчас вообще будет вся карта, это улица, поэтому это будет очень сложно, очень страшно. Ставьте лайк. Может, нас просто училка щадила, вот и все. Возможно. А то мы говорим, плохо играет. Возможно, она была добрая. Возможно. Ох, уж эти добрые учителя, как их мало. Да. Хотелось бы побольше таких вообще в жизни. Да. Особенно математичку, физичку, химичку и, возможно... И историчку. Историчку. Стартуем. Анастейша. Прошла была Анастюха, сейчас Анастейша. Так, Дадлик там с нами какой-то еще играет. Ячин экипаж. Училка. О-о-о-о-о-о-о. А как мне прыгать в люк-то? Справа, короче, находится это. Пошли, я всех веду. Веду. Ты должна вон там попрыгать. Так, все, все должны знать, что ты. Ты прыгай просто туда-сюда, прыгаю, чтобы прыгаю, все прыгаю, заметили. Прыгаю, все, а я пойду задание выполнять. Вот такая я крыса. Так, надо на улице все выполнить. Е-е, я училка, я буду топовой училкой. Ты будешь всех сидеть? Нет! Минус синий. Ля ты крыса. Блин, тут долго этого за это. Как называется, когда вот это таймер-то этот. А, перезарядка. 30-секундный, да, перезарядка тупая вообще. Сейчас всех убью. Розовый такой, типа, ха-ха-ха, не убьешь, сейчас убью тебя. Ты могла взять, помочь всем выиграть. Я никому не дам помочь выиграть. Да блин, он убежал прямо сейчас. Что-то страшно, очень страшно. Ой, так, а у меня задания все не тут. А ты где сейчас находишься? А я тебе не скажу, минус два уже. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что ты в лаборатории убиваешь? Нельзя в лаборатории убивать. А, это коридор, блин. Реально же коридор там не подписано. Короче, все, что синенькое, по идее, там нельзя убивать. Вот, то есть это обозначение комнаты идет. Так, я выполняю задание, у меня тут как раз все задания мимо тебя прошел. Ну, по идее, да, смотри, ты убила не в лаборатории. Ну, по идее, да, я не совсем тупая. Но я сейчас испугался, что я затупила. Так, а у меня последнее задание, привет. А, минус красный. О, отлично, отлично. Злая училка. Я выполню последнее задание и не дам тебе выиграть. Не, ну тут вообще изи убивать. Только у меня вот перезарядка-то дурацкая вообще. А это сделано для того, чтобы это было не как в прятках, потому что в прятках ты постоянно всех убиваешь просто налево-направо, а тут у тебя перезарядка. То есть учительница такая пополняется гневом и такая... 7-2! А, 2! Точно, это же училка. А ты где сейчас крутишься, вертишься? А, на улице. Тут черный стоит такой, не хочет выходить. Ага, я все понял, там кто-то на камерах был. Так. Всех убиваешь, да? Я сейчас только заметил то, что в лаборатории, оказывается, есть камера. Я до этого ни разу не видел. Ой, здравствуйте. Тут ко мне пришла тут Анастейша. Да? Да. Ну-ка, сейчас убью эту Анастейшу. Она была неревнивой. Ой, я знаю, где я буду крысовать. Я вот тут буду стоять и все. Мы, в принципе, таз хорошо выполняем. Мне нравится, я уже все выполнил. Да, блин, все, куда все подевались? Где все? Ну, мы, допустим, с чуваком тут крутимся на стартовой площадке. Анастейша, сейчас тебя убью, Анастейшу, эту гребаную твою. Надеюсь, она выжила. Убежала, скотина. И так будет с каждым. А ты где сейчас крутишься, вертишься? Да не скажу я тебе. О, я знаю, где Анастейша. А, или не знаю. Привидение стреляет, нифига себе. А, минус черный. Ой. Я бегу за тобой, гони быстро. Ты подъедешь близко. У тебя есть 19 секунд, чтобы убежать. А зачем? Я в электричестве стою. Это вот комната подписана электричеством. Нет, это коридор. А это улица. Нет, это электричество. Ну ничего, я тебя все равно поймаю. Ладно, я в охране.
Тебя попытались убить? Не, я бегу быстро, не подъедешь близко. А, блин, убежал. А где ты? Ой, я вижу Анастейшу. Ой. А, Анастейша твоя умерла. Она не моя. Она только прикидывалась. Я проиграла. Ну ничего, я много кого поубивала. Мне хватило. А все, а надо было раньше. Но я бы хотел поиграть еще раз на мирочки. Мне кажется, это мирочки. Хотя давай на скелде. Да, давай. Скелд хорошая карта вроде бы. Мне очень нравится, что этот мод... Это не мод. Мне очень нравится, что этот мод не мод. То есть это обычная игра, и тут просто правила совсем другие. Получается, все могут в это играть. На айфоне, на андроиде, на компьютере очень удобно. Поэтому делитесь с ребятами и играйте все вместе. Главное, чтобы все знали правила игры. Иначе там будут какие-то дураки, которые будут мешать вам играть. Да, и напишите в комментариях, как вам вообще в целом режим. Потому что мне нравится. Подписчики очень часто писали правила эти все в комментариях. Я такой... Интересненько. И решил тоже записать. Я скидываю ребятам код комнаты в телеграм-канал. Блин, все резко проснулись. Блин, что-то я реально в 2 часа ночи уже снимаюсь. Не, завтра понедельник, да, конечно, вообще. Изверг. Изверг, да. Чтобы все учительницы поняли, как это жестко вообще можно. Да. Укрмовичка, это типа... Укрмовичка. Ну, типа, учительница украинского языка. Укрмовичка. Укрмовичка. Так, я член экипажа. Тоже. Да, блин, я уже устал с этой повязкой на башке ходить. Ну-ка, а кто предатель? Дадлик! Дадлик предатель. Он оказался предателем. Хорошо. Не, ну здесь вообще изи, тут коридоров мало. Как мы там первый раз проиграли, я вообще не понимаю. Ты понимаешь, в чем прикол? Тут через коридор нужно обязательно пробегать. Тут, типа, между комнатами постоянно есть коридор. Это не так, как там, где все комнаты буквально соединены. Тут все комнаты соединены исключительно коридорами. Чтобы в другую комнату попасть, тебе нужно пробежать через коридор, так, поэтому нас там и убивают. Там же так, нет? Не-не-не, там некоторые комнаты просто связующие прям, типа без коридоров. Ну, странно. Дадлик стоит возле нас, короче, думает убивать. Ну, типа, он берет специально в крысу, тут поступает так. Ой. Так, а я буду за ним смотреть. Ага, крыса, пытается убить. А ты где? А где он стоит? Ой, все, он, короче, побежал на склад, а я сейчас бегу в охрану, не знаю зачем, наверное, в обход просто сейчас бегу. В управлении стою, скачиваю файлы, потом карточку у меня. А у меня медпункт дурацкий, который 60 секунд. Вот как не вовремя, когда этот режим, это самое дурацкое, что может быть вообще. Наша задача выжить. Самая главная задача. Так, я не вижу самое нигде. Самое дурацкое, это когда у тебя провода в коридоре. О, да, кстати, да. Я не представляю, как ты будешь жить. Так, я сейчас убегаю. Что у меня карточка не проходит? Ой, Дадлик побежал, короче, в оружейную, если что, скорее всего, в столовку полностью побежал с чуваком. Если убил, то все, ему жопа. Я в хранилище. Так, хорошо, а я это... задание выполняю. Мне нужно в управление. Ой, ты свет. Ой-ой-ой-ой-ой, это... И сразу же починили. А, не-не-не-не-не. Тут коричневого убили прямо вот не в коридоре. Возможно, пинг. Или прям вообще прям посередине, ну, комнаты. Ну, не, прям вот возле порога. А, ну это пинг. Блин, тут у меня задание куча в одной комнате. Как везет на самом деле. Да, везет. Слушай, какой у нас черный, да? Да. Ой, блин, я в коридоре стою. Не убивай. Не убил. Нормально, мужик. Вообще, я скажу, черный-то мужик оказался. Не, нормально, слушай, что, не убивай. Что, пощадила, да, тебя эта училка? Да, я не понимаю, учитель, это Дадлик, это мужчина, физик, наверное. Простите. У меня осталось, нет, еще два задания осталось. Мы все выбежали, короче, пока он там что-то смотрел. Ой, да, коричневого убили на складе, я видел. Мы его убили возле коридора прям. Что-то он тупит, он, короче, ждет то, что кто-то будет ходить, а он берет, спасет специально, из-за этого никто не идет. А где он? Он, короче, находился возле управления. Ой, он убил только что возле... Возле медпункта убил. Ой-ой-ой, за мной бежит. Он специально за мной бежит. Ля ты крыса. А я зайду вот в комнату, и ты меня не убьешь. Ха-ха-ха. Ох. Так, а я смогу выполнить задание, чтобы не выходить в коридор? Я это не могу сделать. Так, у меня осталось последнее задание с проводкой прям вот в коридоре. Меня сейчас убьют. А меня он опять пощадил, хотя я нахожусь в коридоре. Ха-ха-ха-ха-ха. Да это нечестно, я все сделала, кстати. Он в люк прыгнул. Это нечестно, тебя судят. Ой, как? Тебя щадят. Щадят, это нечестно. Я все сделала, могу спокойно умирать. А, да, все. Так и мы почти все выполнили. Смотри, у нас таз почти полностью пополнился. Да. У нас очень много заданий, но мы все равно успеваем выполнять, потому что вот предатель очень сильно тупит. Мне кажется, первый раз у нас просто вообще самая топовая училка была. Она всех убивала. Да. Это сейчас что-то непонятно, не убивает вообще никого. Ну тебя сейчас щадит. Нет, мне кажется, человек не понимает то, что можно меня убить, потому что
что вот, допустим, вот эта вот вся конструкция голубая, это, в принципе, коридор. А он думал, что это не коридор. Такая, знаешь, застенчивая. Застенчивая учительница. Стесняшка пробежала мимо нас прям. Туда-сюда, туда-сюда. Заманивает меня в коридор, заманивает какая. А где, а где? Я хочу поддаться. В столовке. Я иду в столовку. Побежала через оружейную вниз. А, нормально, я вот тут постою. Ой, ты такой шкет вообще в кепочке. Да, я такой. Все, последнее задание, давайте выполнять, и мы выиграем. Как оказалось, скельт. Оказалась нормальная такая карта, сложная даже для предателя. Но что-то предатели вообще никого не убивают. Да. А что задание последнее у нас осталось, кто не выполняет? Ты все сделал? Я вот так вот пройдусь, он даже решил меня не убивать. Смотри, опять пройдусь, не убивает. Опять пройдусь, не убивает. Опять пройдусь, не убивает. Чего? Смотри, он меня просто специально не убивает. Ты видишь даже, да, что я? Хотя он в коридоре находится сейчас. О, нас, видимо, щадит. Ну и ладно. Нас еще много, перезарядка большая, мы все равно выиграем. Ты все сделал? Давай колдовать специально над ним, знаешь, типа... Дорибе. Когда училки позвонили. Слушай, ты все сделал, я спрашиваю уже два раза. Я все выполнил, да. Да! Давай играть! В общем, ребят, на этом все. Спасибо большое, что посмотрели ролик. Обязательно пишите в комментариях, как вам новый режим. Мне очень нравится. Может, мы еще запишем. Поэтому пишите, если хотите, чтобы я еще с кем-то записал. А с вами был Милл Скелл. И Полина Вэлл с вами была. Всем пока. Пока-пока-пока. Пока.